Псы сказки о Каин, есть такая порода, с виду обычная стая, больше угодно году, года к году. У них смышленные морды, как у нас слабые нервы, каждый из них такой родный, да. И каждый хочет быть первым. Они собираются в стаи, еще не зная, что делать. Может, просто помают, а может, как кто-то заденут. Ушки у них на макушке, ты шепчешь, они услышат. Улица не игрушки, и спущенно дышут. В этом месте по-другому не пожить. В этом месте по-другому не пожить. И тот случайный похожий, кто вечером жмётся к стенам, днём им ветри поможет, а свет, что притворяет по венам. И всё у них в порядке, искренние суки. И выходят на предки, старые, которые рожают в муках. В этом месте по-другому не пожить. В этом месте по-другому не пожить. Те, что остановятся старше, незаметно уходят. Просто становится страшно, они устают от погони. Пускай же твержие мышцы, сомнений все меньше и меньше. Движение становится резче, поступки становятся жестче. А в этом месте по-другому не пожить. В этом месте по-другому не пожить. А по утрам им хочется плакать, но слез здесь не в моде. К чёту душевную слякать, надо держать породу. Надо укормить время, печем снова быть в форме. За психом время, значит снова вместе в форме. В этом месте по-другому не пожить. А в этом месте по-другому не пожить. А в этом месте по-другому не пожить. А в этом месте по-другому не пожить.